Блять, опять к тебе подключился. Работает, все слышно, ребят. Да что-то здесь вообще с этим ТикТоком тяжело. Напишите, скажите. Видно кому-нибудь, не видно? А, 4 минуты назад было. Да? А, появилось, да, типа связь? Пока да, отлично. Вот я уже какой день пытаюсь выйти. Прямой эфир. Вот он, вот. Как видно, не видно. Сейчас придем на место. Здесь автомобиля много. Вон туда подальше идем, наверх. Сейчас там будет бегать, прыгать будет. Ставьте лайки, ребят. Подписывайтесь на Малого. Заранее всем спасибо. Так. Не, все равно показывает, что нет соединения. Смотри. Нет соединения с интернетом. Не отходи от меня. Причем если не отходи, он не в этом дело. Мне показывает, что ты подключен. А видно? Нет, ребят, скажите, пожалуйста. Видно, слышно что-нибудь? Не, походу ничего не видно, зависло. Не тянет он там. Подключиться, да, видишь, а чтоб работал, соединиться, не будет. Вообще ничего не показывают, не говорят. Вот Ольга написала, пока да, только это когда было. А вот вижу, я нажимаю, мне пишет. Нет соединения с интернетом. Нестер идет или нет? А вот я не могу понять, он идет или нет. Здесь вроде идет, а по факту непонятно, идет, не идет. Я посмотреть не могу. Поставьте лайк, ребята, если вы что-то видите. Сайте. Где, вот здесь прям? Ну, там не может быть. Мы там выходили, помнишь? Первый самый эфир. А, вот там? Ну, там мы понизу пошли. Не, ничего не ставит, не видно, наверное. А. Ну вот, видишь, пропадает, то появляется, то исчезает. Вот писать как начали. Так. Вот, ну вроде уже. Ну-ка. Все пошло. Идиотизм. Всем привет, ребят. Крепкого всем здоровья. Хорошего настроения. Погодка у нас такая серенькая. Сейчас пойдем. Да, вроде идет. А то у меня что-то слышу, что я блокирую телефон, он попадает. Привет, мальчик. Привет, привет. Всем привет, ребят. Ставьте лайки, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все стандартно. Мы идем с Малым. Малой в кофте. Вот, в капюшоне будет попозже, увидите. О, лайки пошли. Все, опять все пропали, опять никого нету. Все хотят белку видеть. Сейчас чуть-чуть надо подождать.
Сейчас увидите белку, как она будет бегать, прыгать. Мы уже часов 5 гуляем. Мы попытались выходить, но что-то как-то тяжело с интернетом. Вот уже несколько дней. То выходим, то не выходим. Ну, это ТикТок выбивает, выкидывает. Слышно меня, да, что говорю или нет? О, лайки пошли. Лайки идут вроде. Напишите, ребят, слышно, видно меня? Или походу все прерывисто, да? Я думаю. Вроде пошло. Интернет не работает, видите, вот уже который день выхожу в эфир, и вот такая ситуация, как сейчас. Мне показывает, вроде интернет есть, то порой показывает то, что сбой соединения. Короче, тяжело сегодня. В принципе, как и вчера. Сейчас туда там слева посмотрите, там парк будет. Вот бухта. Кто был в Севастополе, ставьте лайки. Кто видел бухты здесь, красота. Ну да, Ольга, что-то уже какой день. Выхожу, у меня вроде все показывает. А люди говорят, ничего не видно, ничего не слышно. Что-то со... связью сейчас у нас. Ну вот мы сегодня уже, видите... Сколько весь день шатаемся и весь день пытались подключиться. Может сейчас, не знаю, сейчас там повыше поднимемся, может там будет лучше. Я думаю, оно не зависит от этого. Три человека пришло, сейчас один человек. Всего? Угу. Показываешь асфальт. Мне интересно людям смотреть. Асфальт себя слопать. Асфальт. Всем здрасте, ребят. Слышно, нет? Голос слышно мой хоть? Наверное, связь, да, ужасная. Чип в кармане. Вот он. Иди сюда, чипу. Не знаю, лучше. Деревья увидел. Зависает, пропадает.
Ну, сейчас туда поднимемся. Посмотрим, может, там будет лучше. Вон там же на деревьях пусть побегает. Ну да, видно даже вот и по камере как-то что-то сегодня. И резкости нету. Сейчас посмотрим там наверху, может, там какой-то есть. Ну я раньше такой, хотя я здесь 4 месяца живу. Ну а что, что еще показывать? Ну хватит, нет, что ты нервничаешь, малой? Что ты ругаешься? Гулять хочет. А я вот здесь его пробую, пусть он здесь побегает, да? Так, чип. Ну-ка, начнем шишечку. На, попробуй. Очень вкусно, на. Вкусноту ей полезет. Ну да. Таких больших не было, да, как-то? Нет, был. А, в этом, на Малашке. Он и на Малашке, да, и в Ялте он был. Ему нравятся такие. Он прям кайфует от таких деревьев. Ребят, видно ли, зависает так же? Получше стало, нет? Напишите, пожалуйста. Вон он. Нашел? Да, вон он. Вон он прыгает. Вон уши торчат. Лучше видно. Ну, уже хорошо. Сейчас, все. Так, смотришь, по ней побежал, да. Потому что там машины. Чипуль, иди наверх. Давай наверх. Ну-ка. Чип. Ну-ка. О, молодец. Давай, 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 залазь туда. Да, пока лучше. Всем привет. А так моя белка гуляет. Насчет пары я не знаю, честно скажу. Могут они, не могут. Вот у меня 4 месяца он всего лишь. Вот, пока по опыту. Ну, вроде он нормально себя ведет. Ну, он со мной постоянно. Может, я ему и есть пара. Это же такое животное. Он что-то кушает, сидит. Да, Чипуль? Она сидит, красавчик. Что-то нашел.
какие-то витаминки. Да, Чипуля? Ну, шишки эти маленькие, за то, что... Ну, конечно, я его берегу, я сам за него волнуюсь. Я больше переживаю здесь за котов. Потому что за него-то что переживать? Он не убежит, он всегда возвращается. Вот, потому что в лесу ему помидоры и огурцы никто не будет давать. Да, Чипуль? Мне кажется, он со мной из-за огурцов и из-за помидор. Тигр, не переживайте. Все под контролем. Чип! Вон он. Вот. Видите? Вот он, серенький. Город Севастополь. Вон, смотрите. Чип, чип, чип. Чипуля. Иди сюда. Иди сюда, смотрите. Оп. Ой, красавчик, видите, он. Это бегает, как называется. Воронкой. Уже какой день, видите, интернет тяжелый. К сожалению, из-за санкций TikTok плохо работает в Севастополе. Ну, вообще в Крыму. Чипуль. Ну-ка, обратно. Обратно. Ну-ка, обратно. Бесчеловечный ты. Ну? Да, он очень классный. Иди сюда. Ну? Иди сюда. Так, Чип, там дорога. Ну-ка. Ну, здесь плохо то, что здесь машины справа ездят. А друг... Чип! Да-да-да, я вижу его. Доброго, и вам доброго, и хорошего дня. Ну все, все рады видеть белочку. Чип, ну-ка. Тише, не кричите, пожалуйста, моя белка. Чип, да, домашняя. Я гуляю с ней. Пугают, скажи, люди, да? Не бойся. Ну что ты боишься? Так, пока никому не отвечаем, потому что здесь людей много, здесь машины. Иди сюда. Иди. Иди сюда. Давай. Давай, прыгай. Давай, 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 прыгай. Давай, давай. Давай, давай. Иди сюда. Иди сюда. Пойдем туда. Ну-ка. Только не убегай, Чип. Тут опасно, коты где? На. Иди сюда, Чип. Да. Иди не бойся. А что это у вас? Яблоко ему можно. Яблоко можно. Да. Просто многие хлеб дают, хлеб нельзя ему. Вот сюда подойдите. Чип его зовут. Это моя, да. А ну откуда здесь же все коты уже всех перегрызли белок? Иди сюда, Чип. Масса белок. Масса белок? Масок на стариках у нас только шатые белки. Ну вот я уже четвертый месяц ищу ему пару, и что-то мы не можем найти никак нигде. Ну, 4 месяца возвращался. Я вас пеленок таких выкормил. Иди сюда. Пошли в парк, Чип. Иди сюда. Иди, мой слуг. Иди. Иди сюда. Иди сюда. Иди. И вот так вот. Раз.
Дайте человеку. Да, сейчас, 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 дам яблочко ему. Давай аккумулятор. Застанем, кармашка. Что, она там сидит всегда? Ну да, капюшон. Либо в капюшоне. Ну-ка, будешь яблочко? Ну, не голодный. Нет, нет, убирай. Прячется. Не нравится, не хочет. Уже наелся. Просто подурковать, побегать, это да. Да, надо... Туда, на Ленина. Пойдем. Ну, выйди с ошейника, без ничего. А зачем ему ошейник? А если он так зависнет где-нибудь на дереве? Представляете, его коты сразу разорвут. Так, все увидели, да? Здесь просто такое место. Вот, мне кажется, не особо для белки, да? Вот это хорошее дерево было, но сейчас центр города. Сейчас в другом месте выпущу его. Хотела спросить, почему это котов? Вы тогда на котов подняли. Может, хорьки, куницы? Не понял вопроса. На котов подумали. Это насчет чего? Насчет чего я подумал? Не совсем, Ольга, вот понял. 4 года. Сейчас, секунду. Да, я 4 года белок в парк. Ну, в этом году очень много белок родилось. Да. Видите, даже у меня белка появилась в этом году. Нет, Елена не убегает. Появился кот, и за 2 месяца дело белок удушил. Коты вообще очень часто душат котов, ой, белок. Вот. Но они их не едят, они их просто душат и с трупами бегают, играют. Пойдем там, где белка. Без разницы, пошли. Так. Просто шок. Они как родные стали, да. Может, теперь детки с ней не будет белок. Будут, будут белочки. Они всегда приходят, не переживайте. Ну вот я вот здесь и стараюсь не гулять. Он у меня все время здесь в капюшоне сидит, но что-то сегодня он какой-то такой. Привет, и вам привет. Город Севастополь, ребят. Красавец. Спасибо всем за лайки. Вот, малой здесь сидит. Руки, это он играет так со мной. Не подумайте, то, что белки такие злые. Вот здесь бы он сейчас залез бы и в окно. Ну, сегодня еще, видите, погода такая достаточно пасмурная. Думаю, дождь будет сегодня. Может, и не будет. Я бы не смогла отправить моего любимого в такое плавание. Ну, а как плавание? Он же у меня, так сказать, вольный хищник. Рыбку ест, гуляет по деревьям. Просто здесь единственный момент, ну, машины ездят, вот, и котов здесь много. Сейчас в парк зайдем, там он себе спокойненько побегает, посмотрите. Парень, к нему хочется порезвиться, да, да, Лена, ладно. Нет, когти не стригу ни в коем случае, потому что если ему стричь когти, то видели, да, как он по деревьям бегает? Он может упасть с дерева. Вот красивое место. Смотрите, как аккуратненько. Вот здесь летом столики стоят. Можно здесь кафе. Здесь сидишь, чай пьешь, а малой вот тут бегает. Все прекрасно. Когти нет. Стричь нельзя когти белки. Потому что может упасть с дерева. Либо котов не сможет убежать. Конечно, конечно. Это прям опасно. Ну, если вы в вольере держите белку, да, либо дома в клетке, то это другое дело, как бы, то тогда нужно, я думаю. Если домашняя белка, то да. Вот. Сейчас здесь еще 5 минуток идти, и будет парк. В парк его выпустим. Будет гонять по парку. Ставьте, ребят, лайки, подписывайтесь. Малому приятно, чем больше. Вот он, вот он, бессовестный. Так, у меня пишет, все пропал интернет.
Ну-ка. Есть. Подключен. Просто у меня слабый сигнал. А тут где-то есть здание, типа как. Угу. Всякие там это возникло. Ну, может, из-за этого. Здесь. Да. Слышно, видно? Наверное, не слышно, не видно меня уже. Даже не показывает, сколько человек. У меня просто слабый сигнал. И у меня. Висим. Угу. Я имела в виду, когда беда в грязи случилась, почему на котов подумали. Опять вы пропали. Ольга, это потому что там сидели коты. К сожалению, все вот то прерывается, то появляется, то зависает. Непонятно почему. Сам. Деле очень грустно прям. Что нашла? Ага. Ну-ка. Чепульки. На. Смотри. Давно ты их не ел? Ну, ты рябинка, на дерево, рябинка. Рябинка. Вот такая штука, чип ее очень любит. А, угу. На, ну туда засунул, и текать сразу, чтобы не грызанул. Ну-ка, чипуля, не нервничай. Чип, ну чего ты? Там что-то нервничает сильно. Ну что такое? Вообще слабо интервью. Куда ты хочешь? На дерево. Ты хочешь сюда? Если на собаку не выгулять, может, белок тоже нельзя. Ну-ка давай. Хорошо, да? Угу. Ну, лезь. Лезь наверх. Чик. Да, он уже полностью шерстку поменял. Так, давай. Пошли, чипуль. Ну что ты, чипуль? Что-то он сильно начал нервничать в кармане. Это груша, он там может какие-то сушки нет. Может быть, да. То сердится, то нет. Домашняя. Домашняя белочка. Да не, ему еще рано насчет девочки. Вот. У него гормональный фон. И сейчас вот только все это началось. У него с 4 месяцев у белок происходит это до 8. Примерно вот в течение полугода вот он станет полноценным мужчиной. Вот. Ну, если посмотреть на него так, то мне уже видно, что он уже мужичок стал серьезный прям. Если видели видеоролик, где он висит на карнизе, орехи свесил свои. Сколько ему? 4 месяца ровно ему. Ну, может, чуть больше там, на пару дней плюс-минус. С половиной. Ну, да, с половиной, 4,5 месяца, почти 5 месяцев уже. Сегодня. 15, да? 16. Ну да, 4,5 месяца уже ему. Уже большой дядька. Вон котик, видите, они здесь везде. Вон сидит. Вон раз. Вот это вот единственное, за что я переживаю по Севастополю, это из-за котиков. Их очень много. Да, ладно, согласен. Ты можешь на ту сторону. Угу. Сейчас
ну-ка. Чепуль. Такая красота везде. Сейчас получше стала связь или так же? Или так же все печально? У меня просто постоянно сверху появляется такая штука, что у вас нет связи. Так же у вас или нет? Слышно меня? Видно меня? Никто не... А, привет. Идем белку выгуливать. Всем привет. Чуть лучше. Смотрите, уже третий день вот такая ерунда. Но сейчас хоть интернета. Снова все. Ну все, может уж кастрировать. Не-не-не, ни в коем случае не надо кастрировать. Тем более белку. Это же вообще страшное дело. Я такой уже все опять весь. Вот видели, сейчас котов показывал на дереве, которые там сейчас дрались. И вот такая же ситуация происходила в Ялте. Все прям то же самое. Только что вот вам хотел показать. Не знаю, кто видел. Ладно, котов там котиков. Кастрировать. Они плодятся их дофига. Ну да. Там, кажется, белку вообще нельзя кастрировать. Только в любое животное. Да, потому что их много очень бездомных. Кстати, а память нехорошая. Да. Кирилл и Мефодий. Да, все найдем, ребят. Главное сейчас, потому что с интернетом беда полная. Да, вот видите, он то работает, то не работает. Вот. С дома тоже вчера пытался выйти. В доме интернет хороший, но TikTok сам тяжело подключается. Там пишет, то, ну, находитесь на территории под санкцией, что-то такое вот. Ну, типа не тот регион, в котором можно пользоваться ТикТоком. Вот. Вот, видимо, по этой причине вот уже третий день я не могу выйти нормально. Ну, Ольга, а насчет того, то, что он метит территорию, я тоже это слышал. Вот, от него запах должен появиться. Это с 4 месяцев вот до 8. Вот эти вот сейчас ближайшие 4 месяца меня ждут. Но будем смотреть, что будет с ним происходить. Вот, с вами буду я делиться. Вы это тоже все увидите в прямом эфире. Вот, какой, если он станет агрессивный, вы это тоже увидите. Может, меня он цепанет, может, меня он укусит. Может, еще что-то будет. А может, этого всего не будет. У меня первый опыт с белкой. Вот. Раньше у меня никогда не было белок. Вот, я никакой... Да там дрессировщики, еще что-то. Вот так же и сложилось. Вот у меня есть белка. Привет, и вам привет. Крепко вам здоровья. Вот видите, как они здесь появляются неожиданно прям. А, красавчик. Дармоед маленький. И от этих вот дармоедов здесь полностью весь Крым. Но, кстати, когда люди задают вопрос, чей Крым, со 100% уверенностью надо говорить котиков. Это 100% Крым котиков. Здесь котиков очень много. Я нигде, ни в каком городе России, там Украины, там не знаю, где я только не был, да, там в разных странах я был. Даже, ну да, класс, раритет. Не знаю, в Киеве, я был в Киеве, столько котов нету. Я был в Одессе столько котов нету. Вот, Одесса очень красивая, мне очень нравится.
в Житомирской области, у меня в Житомире отец живет, вот, там столько котов нету. Крым наполнен просто по максимуму. Я не знаю, здесь, на, мне кажется, на один квадратный метр там котов 50. Вот. Лучше с ветеринаром поконсультироваться, как для белочки лучше. Честно вам скажу, ветеринары, для них лучше им денежку принести. Вот. Сейчас сами знаете, потребительство и бизнес сделали со всего, что только можно. Вот. Сейчас нет ни у кого. Ну, есть, конечно, как бы порядочность и все остальное, но я боюсь вот это вот ходить к ветеринарам и все остальное, потому что есть процент вероятности, то, что после даже той же прививки, да, зверек умрет. 15% вероятность. Но мне будет достаточно 0,1%, что он может умереть. Мне этого уже достаточно, что есть риск. Соответственно, я тогда не пойду его колоть. Вот. Как бы с ребятами, вот с кем я переписываюсь, да, но у всех, я первый такой, видимо, у кого белка ручная, кто с белкой гуляет, да, на улице. Вот, с кем я со всеми переписываюсь, у всех домашние, в вольерах. Вот, но они как бы, большинство кололи белок. Вот, есть случаи, когда умирали. Вот, есть случаи, когда нормально переносили. Все по-разному говорят. Вот, в кармашке сидит, да, сидит в кармашке. Вот, да, знаю. Ребят, ставьте лайки, за лайки вообще спасибо, подписывайтесь. Чем больше лайков поставите, тем больше нам людей придут. Фрунзе, да. Вот он еще один дармоед сидит. Вот он сидит, ждет, когда кто-то выйдет. Че ты? Ждешь, сидишь, да, кто-то сейчас выйдет с магазина, может, рыбку подкинет. Ну вот, если видели сегодня, вот даже вот, когда сейчас я этот там в центре белку выпустил на дерево, как все люди начали реагировать. О, белочка, белочка. Потому что коты их всех душат здесь, этих белок. Вот, их очень мало по, ну, по городу. Города, в городской части, да, да, потому что их здесь все. Они кошки в дербане. Дерево будут по земле перебегать, даже если не по дереву. Как красиво. Красота какая. Это правильно. Вот, да, знаю. Как дела? У вас сейчас. Так, как дела? Слава богу, все хорошо. Спасибо, мы по всем вам скучаем. Так, здесь кто-то пытается еще к нам в эфир добавиться, никого не буду добавлять, потому что и так здесь ничего не работает, связь плохая. Ставьте лайки, ребят, 18 человек. Нашли слепого на земле, так и прожил у меня 14 лет, один. Каждую весну вил гнездо, хотя официальная информация самки. Слепого на земле вы имеете в виду, когда только котенок, да, он, то есть, в смысле, только родился. Азимут, приветствую, крепкого здоровья. Да, потому что белочки, когда рождаются, они рождаются как котята, вот, они рождаются слепыми, вот, такие все няшные, ну, очень хрупкие и, не знаю, мне было не совсем удобно, я бы сказал, ну, даже жутко страшно было с ним, потому что он был очень маленький. Как-то так. Опыт так себе, если честно. Вот когда он ему месяц уже, когда он уже, ну, уже бегает, прыгает, вот тогда с ним весело. А когда он маленький, выкармливаешь его пипеточкой, там, я не знаю, у кого есть опыт, понимает, наверное, потому что это очень сложно в том плане, то, что боишься, там, можешь сломать ему что-то или еще что-то. Непонятно, дышит он, не дышит. Я для своих, Вячеслав. Все понял, Вячеслав. Очень приятно. Я Антон. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая красота. Залив. Бухта. Бухта. Извиняюсь. Я не местный. Вот подсказывают. Вот такая тут Южная. Бухта. Южная бухта. Красивенькая. Так, чипуль.
Я знаю. Это почти уже пришли? Не снимают. Ну да. Так, в интернете что только сами не бьет. Ну, мы 100% орешки имел. Ну... Это тоже, это неправда, то, что только самки вьют орехи. Ой. Пробежал. Видно, слышно меня? Сейчас бы такой красивый закат был бы. Небо розовое уже. Ну все, да, затянуто тучами. Да. Видно, слышно, отлично. Тут? А тут бывают белки. А, я понял, где мы. Все, да. Французские? А, матросские. Матросский бульвар, ребят. Очень красивое место, сейчас посмотрите. Он сейчас там... Он сейчас чипы туда отправим, пусть он там и носится, правильно? Давай. Красивенько. Нормально будет? Стой, постой. Не потеряй. Чип. Сейчас увидите чипа. Сейчас увидите. Иди залазь, на спину залазь. Чип идет гулять. Ну, сидит. Ну, что? Что ты дрожишь? Холодно, что ли, малой? А? Чипуль. Смотри, какое дерево, а, Чипуль. Полетишь? Наверх сейчас, да? Да, ребят, очень красиво. Куда пойдешь? Сюда или туда? Давай сначала сюда. Вот здесь мне единственное, что не нравится, то, что здесь асфальт, потому что он падает, бывает. Смотрите, какое небо, видите, розовое. Класс. Ну, давай, Чипуль, прыгай. Манюньким, бегай, прыгай. Ну? Да, попка у него пушистая. Ну, что-то он... Ну, давай, Чипуль, давай. Манюньки, ну? Ну, давай.